они меня там хотели, чтобы я все-таки дописал, объяснить им на что. Я сказал, нет, такой писать. Вы находка. Два месяца голодал, я дошел до 45 килограмм. Багай. Справа, справа ты, у меня вот два диплома есть по борьбе. Это самое, коли был 5-6 класс, шпионическая ось по классичной борьбе. Я был 47 килограмм в пятом классе. Пятый класс. 47. А я дошел до 45. У меня был живот сине-фиолетовый, ноги сине-фиолетовые. Ну, там уже так отмирало. Все. Они меня не могли, например, вену знайти, мне вены не было уже. 10 дней на Валдарке, 10 на ИК-3, и потом повезли это самое, ну, новинки. На новинку сказали, коли не перестанешь голодать, мы тебя тут покинем. На новинках не выйдешь. Вот. Ну, я почал есть. Вот. И вельми вага хутка набиралась по килограмму в день. Ну, я анализовал, что мне по этой помилухе повинны вызволить, потому коли мне не вызвали по этой помилухе, мне поставить шергон. То есть я получаюсь особенный. А это им ни в коем разе не треба робить. Ну, я пытаюсь анализовать, а ко мне думать, они повинны, я так разумею, как я лечу. Я тому я думаю, что вот Санникова 4 месяца тримали, ну, мне где-то тоже так где-то месяца 4 протримают. Ну, месяца 4 после чего? После написания прошения помилования. Причем у меня такое прошение было, что без признания вины, и там даже приезжал вообще после этого помилования, приезжал этот самый представник там с этой прокуратурой, сказал, что неправильное помилование, не так написано, что надо вот написать объяснительно по признанию вины и это самое. И что ты написал, какого числа, загадай? Значит, какого числа это было? Ты? А, помилование? И ты написал? 25 июня. И что ты написал? Прошу вас меня помиловать. На меня Лукашенко. Так, на меня Лукашенко. Ну, ведали, что ты политичный? Конечно, конечно, ведали. Меня сразу водили на промку, я иногда шел, и вот милицианты, подходим до милицианта, они там самое, что-нибудь пытаются спрашивать, я мог закричать «Живее Беларусь!». И что за это было? А, ну, это сам, милицианты злились, кричали, вот кто-то тут это, с середины, а зэки с милицианту смеялись. Что это их так заводит. Ну, и всем становилось, добрый настрой становился, все вот обсуждали, политику начинали обсуждать. Вот, ну, так. Так к тебе приятно относились? Я лечу, конечно, больше приятно становился. Никаких не было там иерархий, смотрящих и таких всяких вещей? Это красная зона, там это нема. И там, причем те блатные, которые там застались там, или подтримливали это, они еще больше приятно стали, чем все остальные. Ну, их так само свои идеи, если они это разумеют. Какие это идеи? Какие там идеи? Какие там настрои? Ну, мне так запомнил, глядели телевизор, да, и там печатку показывали, вот этот выбор. И один поворачивается, хлопец скажет, какие тут выборы. И, знаешь, там подтасовывают все эти выборы, печатку ставят, вот тут, дурить людей. Ну, я сижу, думаю, мне уже подказать нечего тут. Сами все разумеют. Все разумеют. Все ведают. Газеты читать, особенно народную волю читать. Народную волю. Все в основу я уже давно зарабил. Турма вас не поменяла на лову? Не, я еще мне больше всего стало. Мне веселее стало жить. Не знаю, чем мне. Видимо, добрый настрой такие. Я даже вот с гачих турмы проводил, ну, как Алёня говорит, о, Катя, доброе такое настроение. Говорю, да, нормально все, у вас тоже, говорю, классно, до побачения. Я лучше не попадаю, да, облачение, все нормально.